Кропивницком задержали наркодельцов, которые контролировали поставки и реализацию психотропных веществ в области. По данным полиции, это местные жители 33 и 38 лет. Во время обыска изъяли около килограмма амфетамина. Его стоимость на черном рынке превышает 1 000 000 гривен. Нашли также правоохранители и настоящий арсенал оружия. Обнаружили также золотые изделия, часы и даже 6 автомобилей, 4 из которых элитные. Скорее всего, все эти вещи наркодельцы принимали от клиентов в счет оплаты за полученные психотропы.